Затраты на транспортировку горной массы являются основными в составе полных затрат при добыче полезных ископаемых открытым способом. Для повышения экономической эффективности разработки месторождений полезных ископаемых и снижения транспортной составляющей в себестоимости добываемого сырья, компания «Техноэко» при научном инженерном сопровождении ученых Кузбасского государственного технического университета, а также сервисной поддержки компании «КАМС» реализует проект по оснащению криогенными бортовыми топливными системами КБТС карьерных самосвалов «БелАЗ» серии 7513 грузоподъемностью 130 тонн. Являясь официальным дистрибьютором чешской компании «КАМАК», одного из мировых лидеров по производству систем управления для двигателей, компания «Техноэко» предоставляет услуги по комплексному оснащению карьерных самосвалов криогенными бортовыми топливными системами и их последующей сервисной поддержки. В сферу деятельности компании входит оборудование и организация специализированных площадок для заправки СПГ на клиентских участках горных работ. Партнерские отношения с компанией «КАМС» позволяют сохранить гарантию на двигатели, переоборудованные для работы в двухтопливном газодизельном режиме. Система управления подачей газа в двигатель производства компании «КАМАП», входящая в состав КБТС, обеспечивает работу дизельного двигателя «Каменск-КТА-50» как на газовом моторном топливе с зажиганием газовоздушной смеси с запальной дозой дизельного топлива, так и на дизельном топливе, контролируя при этом ключевые параметры работы двигателя. Принципиально система состоит из газовой линии, служащей для подготовки газового топлива перед его подачей в двигатели, газовых инжекторов, регулирующих количество газа, поступающего в цилиндры двигателя, набора датчиков, контролирующих ключевые параметры газового оборудования и двигателя. Важнейшими компонентами криогенной бортовой топливной системы являются топливная кассета «Спарка», состоящая из двух горизонтально расположенных криогенных баков и испаритель-регазификатор. И «Спарка», и испаритель-регазификатор являются собственными разработками специалистов компаний «Техноэко» и «Сибирьэнерго». Конструктивные решения этих узлов согласованы УАО «БелАЗ». В августе 2019 года получено решение о выдаче патента на способ установки сдвоенного криогенного топливного СПГ-бака на палубе карьерного самосвала. На сегодняшний день с компанией «БелАЗ» достигнута договоренность о реализации газодизельных систем «Техноэко» в качестве опции для карьерных самосвалов «БелАЗ» серии 7513, начиная с 2020 года. Появление в Кузбассе карьерной техники, работающей на природном газе, стало возможным благодаря реализации компании «Сибирьэнерго» интегрированного проекта по производству СПГ и созданию инфраструктуры для его потребления. В середине 2017 года введен в эксплуатацию завод по сжижению природного газа производственной мощностью 1,5 тонны СПГ в час. Для сжижения газа на заводе применяется современный технологический процесс, основанный на цикле смешанного хладагента. Для обеспечения доставки сжиженного природного газа и организации заправки карьерных самосвалов применяются современные криогенные передвижные автогазозаправщики, оборудованные колонкой выдачи СПГ и системой учета топлива с криогенной цистерной объемом от 18 до 36,6 кубических метров. Более чем двухлетний опыт непрерывной промышленной эксплуатации карьерных самосвалов «БелАЗ» серии 7513, оснащенных КБТС «Техноэко», показал следующие результаты. Замещение 30% дизельного топлива природным газом, позволяющее снизить топливные затраты одного карьерного самосвала в среднем на 3,5 миллиона рублей в год. Срок окупаемости КБТС не превышает 3 лет. Снижение загазованности промышленной площадки и объема выбросов токсичных веществ в атмосферу. Самостоятельно разработанная система хранения СПГ в криогенных баках на борту карьерного самосвала позволяет отработать полную смену без дозаправки. Сохранение изначальной мощности двигателя после оснащения карьерных самосвалов КБТС. Отсутствие прочих негативных факторов, связанных с использованием природного газа в качестве моторного топлива. Инновационная работа, проведенная компанией «Техноэко» совместно с научным сообществом, отечественными и зарубежными компаниями-партнерами, открыла новые возможности использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива для горной промышленности России.